о спорте. Два представителя сборной Дагестана завоевали путевки на молодежный чемпионат мира по самбо. Отборочное первенство России среди молодежи до 20 лет прошло в Казани. Команда нашей республики в столице Татарстана завоевала 2 золотые медали, 1 серебряную и 2 бронзовые. В разделе «Боевое самбо» Нуцалхан Магомедов показал лучший результат в весе до 88 килограммов. В решающем поединке он одолел Дмитрия Медведева из Санкт-Петербурга. Тиномагомеду Абдулкадырову не оказалось равных в весе свыше 98 килограммов. В финале он победил Руслана Радченко из Красноярска. В весе 79 килограммов серебряную медаль выиграл Гарибальди Рабаданов. Обладателями бронзовых наград стали Турпал Хабибулаев и Завир Гаджиев. В течение 3 дней обладателей 23 комплектов наград определили около 700 спортсменов из 56 регионов страны.